В Москве под председательством лидера партии премьер-министра Дмитрия Медведева проходит расширенное заседание Высшего и Генерального совета Единой России. В обсуждении центральной темы участия партии в реализации послания президента Федеральному собранию участвует и делегация из Кабардино-Балкарии во главе с Арсеном Коноковым. Также в заседании принимают участие депутаты Госдумы Адельбиш Хагошев, руководитель фракции «Единороссов» в парламенте КБР Борис Шируков и секретарь политсовета регионального отделения партии Натпи Базиев. И буквально несколько минут назад о ходе заседания по телефону нам рассказал Борис Шируков. Начинается совместное заседание Высшего Совета партии «Единая Россия» и Генерального Совета партии, в котором примет участие Дмитрий Анатольевич Медведев. Будут обсуждаться вопросы, связанные с реформированием нашей партии. На совещании будут обсуждаться вопросы о деятельности партии за отчетный период и задачи на будущее. Сегодня после совместного заседания состоится встреча Дмитрия Анатольевича Медведева с руководителем общественных приемных, где будет обсуждаться работа общественных приемных на ближайшую долгосрочную перспективу.